Что делать, если напал медведь? По вашему запросу, что делать, когда напал медведь, найти на следующее. Повторяйте. Иже еси на небе сех, да светится и не баюшки, баю, не ложися на краю. Придет серенький волчок и ухватит за бочок. Раз, два, три, четыре, пять. А волки гораздо добрее людей, намного порядочней в стае. А ради местечка себе потеплее друг друга они не съедают. Здорово, братан! Сам чок, а?